вопрос. Дети читают стихи. Панина Татьяна, «Вечерний ангел», Бунин. Вечерний час над степью мирной, когда закат над ней сиял, среди небес стезей эфирной вечерний ангел прилетал. Он видел сумрак предзакатный, уже сидел вдали восток. И вдруг услышал он невнятный в ржах ребенка голосок. Он шел колосья собирая, и васильки, и пел в тиши. И были в песне звуки рая, невинной, неземной души. «Дитя», — сказал посланием Бога, и грусть и радость затая, «куда ведет твоя дорога, и где сложилась песнь твоя?» Ребенка взор был чисто светел, но он в смущении стоял. «Не знаю», — робко он ответил. «Благослови меньшего брата», — сказал Господь, — «благослови младенца в тихий час заката на пути правды и любви». И осенил дитя с улыбкой вечерний ангел, развернул свои воскрылья в сумрак зыбкий и на закате потонул. И как алтарь весенней ночи заря сияла в вышине, и долго молодые очи ей любовались в тишине. И в созерцании впервые дитя познало красоту, лелея грезы золотые и чистой радости мечтой.